Уважаемые друзья, приветствую, с вами Николай Морочковский. Сегодня 31 декабря, наверное, вы уже вовсю готовитесь праздновать Новый год. Здорово, что удалось найти время на то, чтобы посмотреть этот выпуск. Сегодня вечером я еще планирую выпустить новогоднее поздравление. Надеюсь, тоже посмотрите до или после Нового года, и как-то оно вам будет интересно и полезно. Сегодня в этом выпуске мы с вами подведем итоги 2020 года. Совершенно безумного, неожиданного, сложного, для кого-то удачного, для кого-то наоборот очень неудачного. Давайте мы посмотрим, разберем, что происходило, главное с точки зрения финансов, экономики, ну и прежде всего для нас с вами. Конечно же, главный лейтмотив всего года это коронавирус, это те последствия, которым он привел. Ну, о них, собственно, давайте с вами сейчас и поговорим. Что у нас произошло? Поехали. Что у нас с курсом? Курс доллара за год вырос примерно на 20%. Курс евро вырос на 30 с лишним процентов. То есть хранить деньги в евро было выгоднее. И вот одна из причин, почему я для себя выбираю стратегию вот диверсификации по трем валютам, примерно треть рубль, треть доллар, треть евро. Именно за тем, чтобы не, не страдать, когда какая-то из валют опережает другую. Например, те, кто сейчас в долларах все хранит, они страдают. Вот, надо было в евро. Те, кто в евро сейчас радуются, не радовались раньше. Но, а я радуюсь в любом случае. Что бы не росло, в любом случае я в выигрыше. Но, конечно же, для многих людей, которые вот свои активы пока еще никак не переводили в валюты, это очень серьезный повод задуматься. Потому что доллар, к сожалению или к счастью, у нас движется в основном однонаправленно, то есть он стабильно растет. А рубль стабильно обесценивается. Все последние уже, ну практически всю историю современной России после Советского Союза. Поэтому если у вас до сих пор все ваши активы в, находятся только в рублях, то, ну, наверное, это повод задуматься о том, как диверсифицировать по валютам свои вложения как изменились цены на а, товары основные нефть а, нефть подешевела примерно на 25 процентов на 22-25 в зависимости от марки на текущий момент при этом если вы помните то в а, апреле была совершенно удивительная ситуация когда цены на нефть стали отрицательными. В какой-то момент цены фьючерсов на определенную марку нефти стали отрицательными из-за того, что стали переполняться нефтехранилища. Потребление нефти резко упало, когда все сели на изоляцию в первом потоке, в первом заходе ограничений. И просто стали нефтехранилища переполнились, и нефть стала некуда девать. Но это было очень короткий промежуток времени, тем не менее, технически был такой момент, что вы покупали фьючерс на нефть и вам еще приплачивали за то, что вы покупали нефть, за то, чтобы обеспечить освобождение нефтехранилища. В то же время, вот очень интересно на этой, на этой диаграмме, очень хорошие вот, интересные материалы РБК подготовил что в то же время, когда дешевеет нефть, в то же время, например, дрожать золото. Вот мы видим. То есть золото поднялось на 22%. Обратно. То есть вот очень интересная такая, такая корреляция. Я скажу честно, я не делал сравнения в другие годы от золота с нефтью. Но вот это очень интересно, как золото работает как такой противонаправленный актив имеющие отрицательную корреляцию по отношению к нефти, соответственно, к падению курса. То есть, опять же, вот мы смотрим, доллар упал тоже примерно на 20%, в то же время золото подорожало на те же 20%. То есть, как защитный инструмент, защитный актив, возможно, что это очень даже э, перспективно. Как изменились ключевые фондовые индексы? Давайте посмотрим, что у нас происходило на э, фондовых рынках. NASDAQ, рынок IT-компаний, вырос на 43%. S&P 500, широкий рынок Америки, на 15%. Индекс Мосбиржи всего на 6 небольшим процента. То есть если мы берем с 31 декабря по 31 декабря. Хотя, конечно же, если вы закупались на падении, то могли заработать очень много на мартовском. Индекс РТС в то же время ушел в минус, потому что вырос курс доллара. Индекс РТС это индекс российского рынка в долларах индекс Мосбиржи он в рублях а в то же время вот интересно график пик падения насколько сильное было падение вот пик падения и причем здесь вот смотрите что интересно здесь S&P 500 широкий рынок 500 крупнейших компаний Америки индекс Dow Jones это 30 крупнейших компаний Америки. Индекс РТС российского рынка. Вот он упал больше всего в большой степени из-за э, падения э, курса рубля. Из-за того, что когда валится э, весь мир, еще и рубль начинает проседать. То есть, если мы имеем активы в рублях, то мы мало того, что теряем на падении, мы еще одновременно с этим, если идет общемировое падение, мы еще одновременно теряем на курсовой разнице. Вот меня этот график очень заставил задуматься, опять же, в сторону того, что иметь больше активов на финансовых рынках в валюте. Дальше, давайте посмотрим ключевые. Лидеры взлета и падений, конечно, вне конкуренции Тесла, которая просто всех порвала, выросла за год с 83 долларов до 660 долларов, это рост 700 процентов за год, можно было все бросать, чисто инвестировать в Теслу и вы были бы на коне. Но знал бы прикуп, наверное, все бы здесь были гениями тогда и с кучей денег. Но вместе с тем Zoom 460%, Apple 81%, Amazon 72%. Напишите, пожалуйста, что из этого роста вы застали, захватили. Были ли у вас какие-то акции. Но я из всего этого, из всех этих чудес могу похвастаться, наверное, только заметным ростом в Яндексе и в Сбере. Сбербанк за год вырос не так сильно, но у него была большая просадка, где я прикупился. И Яндекс. На Яндексе я, конечно, заработал очень неплохо. Тут Яндекс взлетел и показал 87% прибыли. А вот зато, например, Аэрофлот минус 33%, Газпром минус 20%, Лукойл минус 17%. Опять же, примерно, примерно возвращаемся к ценам на нефть. Примерно как цены на нефть упали, примерно так же и упали акции нефтяных компаний. Тесла, которая всех порвала. Конечно, Тесла теперь будет не давать спокойно спать многим нашим согражданам. Хотя куда уж дальше, кажется, что ну, это просто какое-то безумие. Аналогичным безумием только является огромный рост биткоина, который также в этом году, ну в меньшей степени все-таки чем Тесла, но все равно показал себя во всей красе, практически повторив свой взлет такой же аналогичный, как был несколько лет назад. Недвижимость, что у нас происходило на рынке недвижимости? Давайте разберем. Ну самое главное, конечно, рост цен. Все, кто успел инвестировать ранее в недвижимость, на этом очень и очень сильно заработали потому что цены на недвижимость взлетели в среднем по стране на 12%, по Москве, московскому региону примерно на 20%, но это только средние цифры. А если вам удавалось захватить какие-то хорошие объекты, которые показывали максимальный взлет, то вы могли заработать там не 20, а все 40, а то и 50, и даже более процентов. Действительно, это был такой очень серьезный рост. И те, опять же, кто был в недвижимости уже, вы на этом серьезно заработали, я вас с этим поздравляю. Ну и себя, естественно, поскольку у меня заметная часть активов в недвижимости. Что еще у нас происходило с недвижимостью, помимо роста цен? Запуск ипотечной программы господдержки под 6,5%. Тоже напишите, кто-нибудь пользовался или нет. Существенная часть продаж ушла в онлайн. Это тоже интересный тренд и положительный тренд, что у нас многие онлайн-сервисы, в частности сервисы взаимодействия с государством, регистрации и так далее, они в онлайн-режиме стали работать намного-намного лучше. То есть это во всем надо искать положительное. И те проблемы, которые нас загнали на удаленку многих, они в свою очередь принесли и развитие удаленных сервисов. И теперь многие вещи можно делать Гораздо удобнее и комфортнее дистанционно. Падение доходов населения. К большому сожалению доходы населения падают. Падают очень серьезно. Примерно ожидается по итогам 2020 года падение на 10% реальных доходов населения. Это сравнимо самое крупное падение доходов населения начиная с 1999 года. То есть за последние 20 лет это крупнейший спад доходов, реальных доходов населения на фоне еще и растущих цен, весьма и весьма существенно растущих, это серьезный удар, конечно. Дефицит ликвидного предложения. Вот интересно, что в этом году уже стало ярко заметно, что идет э, падение предложения. Полтора года назад ввели искровый счета, и многие застройщики перестали соответствовать новым требованиям. В результате идет заметное падение темпов строительства, объемов выводимого жилья и оно дальше, по крайней мере, по текущим цифрам видно, что будет падать. То есть предложение падает. Загородное жилье тоже очень интересный тренд. Вырос примерно на 25% спрос на загородное жилье. Вот я сам переехал в загородный дом в конце марта, когда началась вся эта пандемия. И нам, конечно, с четырьмя маленькими детьми сидеть в заперти, вот особенно как, как это было в апреле, в начале мая, а в квартире <laughs> это был бы просто полный трэш. Поэтому мы переехали в недостроенный дом сюда, но э, и срочно его достраивали. Вот сейчас уже все практически доделано, остались какие-то штрихи, и многие люди также стали переезжать за город. Напишите, кстати, вот кто-нибудь из вас переехал ли насколько довольны загородной жизнью, устраивает, не устраивает. А что еще? Развитие программы материнского капитала. Теперь стали выплачивать даже за первого ребенка 466 тысяч, а за второго на 150 тысяч больше, 616. Срок действия программы продлен до конца 2026 года. Кредитные каникулы у нас запустили, которые вскоре должны завершиться. И все с настороженностью ждут, а как дальше пойдут моменты вот моратории на банкротство в частности, то, что завершится, и как дальше будут действовать компании, которые начнут банкротиться, как будут действовать с ними банки, это серьезный момент. В недвижимости идут все больше и больше обсуждения запрета на строительство апартаментов, приравнивание их к жилой недвижимости. И, соответственно, для тех, кто приобретал апартаменты, вот в частности у меня несколько апартаментов есть, которые я приобретал под сдачу, под арендные э, цели, э, ожидается, что такая недвижимость еще подорож... ну то есть она по стоимости, если раньше апартаменты были примерно на 20%, ну на 15, 20, иногда 25 дешевле квартир, то эта разница будет нивелироваться по мере того, как будет э, снижаться разница между этими форматами. Но в то же время идет разговор о том, что вполне возможно вскоре их запретят строить апартаменты в принципе. То есть кто успел, тот успел. Зарубежная недвижимость. Тут, конечно, печалька. Вот в частности у меня мои квартиры в Таиланде, две, которые я взял. А вот сейчас под конец года, буквально несколько дней назад, я окончательно отказался от одной из квартир с заметными потерями, то есть у меня там была рассрочка и ну, я принял решение не выплачивать ее далее с заметными потерями штрафными, но потому что непонятно как дальше будет продолжаться, одну квартиру оставил, а вторую от второй отказался, поэтому сейчас те, у кого зарубежная недвижимость, непонятно что ждать дальше, насколько, когда, как откроются границы, как это все будет работать вновь. В то же время банки заработали рекордные комиссии. У банков, инвестиционных банков все прекрасно, потому что идет бум фондового рынка. Одно из, конечно, важнейших событий на финансовых рынках это то, что Америка запустила во всю печатный станок. Гигантские объемы, то есть больше, ну вот на текущий момент уже там, порядка 5 триллионов долларов, которые выделены, ну там плюс-минус, в какой момент? что выделялось, можно по-разному это а, подсчитать. И это самые большие вливания денег, то есть больше за этот год было влито больше, чем за прошлые ну, примерно а, лет 8-9 а, денег. И а, причем еще продолжают, говорят о том, что при необходимости еще, возможно, будут вливать. Это, соответственно, привело к тому, что заметная часть этих денег перетекла на финансовые рынки. И денег много, Куда их девать особо непонятно, они пошли на финансовые рынки и мы видим вот все последние месяцы огромная ралли, начиная где-то с ноября особенно. Так, что еще? У нас в то же время в России значительная часть россиян находится без подушки безопасности, тратят все что у них есть и примерно каждый третий находится вообще без подушки безопасности, что конечно же очень печально. Я крайне рекомендую вам иметь подушку безопасности, иметь запасы, резервы. Если их нету, то первым делом создавать. Забудьте про э, любые инвестиции, создать себе подушку безопасности. Лучше в не только в рублях, а хотя бы там рубль-доллар, может быть рубль-доллар-евро, может быть даже вы и далее пойдете еще какие-то валюты включите. Э, многие признались, что занимали деньги у родственников и друзей э, для закупки э, в перед локдауном товаров первой необходимости. И не только у близких и знакомых, а многие шли и за микрозаймами. Что, конечно же, является полнейшим безумием, потому что микрозаймы, как вы, наверное, знаете, в них ставки на уровне 1-1,5% в день. То есть это 300, 500, 700 процентов годовых. Это, это полное безумие брать деньги под такие ставки. Но, к сожалению, некоторые люди это брали. Еще один тренд уже российский, то что мы ярко видели в этом году, это повышение налогов. Государство начинает закручивать гайки, ввели налог на вклады, НДФЛ повысили до 15%, с 13% до 15% на доходы свыше 5 миллионов. Ну еще ряд дополнительных введений в разных направлениях мы видим. И с... 1 января 2021 года, кстати, если ваш доход процентный по вкладам превысит 42,5 тысячи рублей, то сверх этого вам придется платить подоходный налог. Раньше этого не было. Ну что же, друзья, вот такие у нас итоги. Такой был интересный, яркий год. Не знаю, как вот. Давайте напишите, оценивая прошедший год 2020. Он для вас скорее был Положительным или отрицательным. И насколько, если вы можете оценить, например, насколько выросли или упали ваши доходы, насколько выросли или упали ваши активы, ваш капитал. Потому что если у вас были какие-то активы, например, в недвижимости, очевидно, что вы э, разбогатели немножко. Просто потому, что даже вы ничего не делая, ваша недвижимость подорожала. Если у вас были активы какие-то в валютах, например, особенно на фондовом рынке, то вы вообще могли быть в шоколаде. Или тем более, если у вас были биткоины или акции Теслы. Но в то же время по доходам многих людей произведен серьезный удар. Поэтому напишите, как вы в плюсе и в минусе, а по доходам, по капиталу вашему, а насколько, как вы оцениваете этот год. Ну что же, друзья, с моей стороны, вот наш канал существенно вырос за этот год. Огромный скачок для нас произошел. На несколько сот тысяч подписчиков мы выросли. И спасибо вам за то, что смотрите, комментируете, ставите лайки. Иногда, может быть, дизлайки. Иногда пишите что-то что-то критикующее. Это тоже нормально, хорошо. Запустили Новый формат, начиная как раз с пандемии, с марта, формат новостей, который практически, ну не практически, а каждую неделю, несколько раз в неделю я выдавал новости, иногда чаще, иногда чуть реже. Надеюсь, тоже этот формат был для вас полезен, как и многие другие моменты, например, удаленные интервью, которые тоже существенно расширили границы наших возможностей, потому что а, живые съемки, когда приезжаем там с операторами, с камерами и так далее, это все-таки заметно дороже весь процесс, заметно более сложный. а здесь а, в таком формате, как дистанционно, это проще. И, соответственно, можно больше какого-то ценного, интересного контента получить. Мне было очень приятно с вами работать этот год. А, спасибо вам большое за то, что смотрите, за то, что комментируете, делитесь с друзьями вам удачи, финансового благополучия в следующем 2021 году. Но, впрочем, поздравления я вам еще отдельно запишу и мы с вами еще встретимся. Удачи, с вами был Николай Мрачковский.